Если вы послушаете этот наш разговор, то вы услышите очень много оскорблений в мой адрес. Очень-очень обидных вещей, которые он говорил. Но ничего из этого меня не ранило. Потому что следующего, которого вы пришлете, я не знаю, что с ним произойдет. Пусть следующий хорошенько подумает, прежде чем пойти на преступление. Ведь непонятно, как сложатся обстоятельства. Ведь во время самозащиты можно и убить человека. И сообщает о том, что на меня поступил очень крупный заказ, который выделил крупную сумму денег. Этот заказ уже приняли какие-то ингуши, обязались меня убить. И они вышли на этого человека с просьбой о содействии, с предложением. И он предлагал... Тумсо, может быть, что Кадыров попросил лорда наехать на тебя в телеграме? Когда Иудов собрал у себя бывших ичкерийцев, там есть такой момент, где он обращается к Кадырову, когда он что-то хочет сказать, он обращается к Кадырову и говорит «Вистхл Пурдуйсон». Это, чтобы вы понимали, это не просто вопрос, типа «можно я скажу?» Это нечто большее. В чеченском языке вот это «Пурдуйсон» это звучит более официально. Это как если бы сказать «позволяешь ли ты мне высказаться?» Вот это примерно в такой официальной форме. То есть он, спросив у него вот это разрешение, как раб конченый, только тогда начинает разговаривать. Когда первый раз он со мной связался, когда он мне впервые позвонил, начиная разговор со мной, он сказал, я взял позволение у своего падишаха, чтобы связаться с тобой. Асэй пачахагр, пурбадэхкан, вот так он сказал. Опять в такой же официальной форме. То есть не просто я там с ним это согласовал, не так. Он говорит, пурбадэхкан, я взял у него вот это дозволение, некое вот разрешение у него взял и связался с тобой. Конечно, каждый вот этот свой шаг, каждый момент, когда со мной у него была связь, он его согласовывает. Не просто согласовывает, он берет вот это дозволение у своего падишаха. Без этого он ничего не сделает. И то, что он истерил в этом голосовом чате, то, что его так сильно ранили эти мои слова, хотя я нигде не называл его конкретного имени. Нигде. Я ведь говорил обобщенно. В целом, про всю эту кухню. Его имя нигде не было упомянуто. Но он это все принял на себя. Очень сильно раненный этими словами, он истерил у меня в голосовом чате. Почему? Потому что это правда. Потому что сказанные мною слова ранили его до глубины души. А ранить до глубины души может только правда. Если вы послушаете этот наш разговор, то вы услышите очень много оскорблений в мой адрес. Очень-очень обидных вещей, которые он говорил. Но ничего из этого меня не ранило. Потому что все это ложь. А ложь, она не может ранить. Я знаю, что все это чушь. От начала и до конца. Все, что он говорил там про нападение, про моих родственников, как он пытался меня задеть, про какое-то прошлое. Все это ложь. Это все какие-то базарные сплетни, которые он собрал и пытался выдать это за какую-то информацию, которая у него имеется. Но информации у него нет. Ничего из того, что он говорил, не было подтверждено какой-то информацией, даже оперативной работой. Он просто сплетница. Собрав все эти сплетни, он это все выдавал и пытался меня ранить. И у него это не получилось. Все его слова, я просто встречал это с улыбкой и отвечал ему спокойно. Возвращал его к основной теме. Он пытался увести меня, чтобы я начал говорить о своем прошлом, о каких-то подробностях там, нападения, о чем угодно, о работе в электросвязи. Но я его возвращал методично обратно. Я говорю, подожди-ка, давай мы с тобой поговорим про женщин. Ты же говоришь, что я оскорбил женщин. Но это ведь вы оскорбляете женщин. Давай поговорим об этом. Он не хотел об этом говорить. Чтобы не говорить об этом, он опять меня оскорблял. Он посягал на честь моей матери. Он говорил какую-то чушь, он говорил, что меня воспитала моя бабушка по материнской линии. Ну, если бы у него была информация, если бы он говорил на основе действительно собранной информации, он бы знал, что я никогда не видел в глаза ни одну из своих бабушек. К
Когда я родился, в живых был только мой дедушка по отцовской линии. И то, потому что он был долгожителем. Он умер в 108, там, по другой версии 106 лет, никто даже не знал его точной даты рождения. Он был долгожитель. И это единственный мой дед, которого я застал. Остальные все были мертвы, когда я родился. Вот это вот цена того, что он говорит. Все дальше, все, что он там высказывает, это все чушь. Поэтому вот эта вот ложь, она не может ранить. Когда человек лжет, то ты слушаешь это с улыбкой. Тебя это абсолютно не обижает. Обижают только правдивые слова. Правдивые, обидные правдивые слова, они обижают. И вот то, что Иудов был очень сильно ранен моими словами, говорит о том, что я попал все-таки в точку. Слова оказались правдивыми и, по всей видимости, непосредственно касающимися Иудова. Получается, они объявили кровную месть твоей матери. Получается так. Они, мне кажется, они с таким же успехом могли бы этот ультиматум выдвинуть там моим одноклассникам, моим коллегам, которые со мной работали. Они, ну, тоже какое-то отношение ко мне имеют. Те родственники по материнской линии, эти со мной вместе в одном классе сидели на протяжении там долгих лет. Мои коллеги также со мной вместе работали на протяжении долгих лет. Почему им не поставить такой же ультиматум, если вот руководствоваться этой логикой? Просто Иудов думает, что таким образом можно будет меня заткнуть. Что я вот, на меня там окажут какое-то давление родственники, и из-за этого, чтобы они там что-то не пострадали, я типа здесь закрою свой рот. Ты очень сильно заблуждаешься, Иудов. Очень сильно. Ты не закроешь мне рот, что бы ты там ни делал. Закрыть мне рот ты сможешь только, исполнив свою кровную месть, которую ты, помнишь, объявил в 19 году, прислал ко мне потом через год человека, чтобы он ее исполнил. Но он потерпел фиаско. Я отмудохал твоего киллера и отдал его полиции шведской. Вот только вот таким образом ты сможешь закрыть мне рот. Иначе ты его никак не закроешь. Ты также попытался, когда у тебя не получилось закрыть мне рот, вы там попытались убить моего брата и таким образом меня заткнуть. Но и здесь вы потерпели фиаско. Присланный вами человек, который должен был исполнить роль киллера, отказался это делать. Отказался и вышел против вас. Да будет доволен им Аллах. И организатора этого преступления точно так же задержали. У него был изъят пистолет с глушителем. Два человека, которых вы присылали, обоих мы отправили за решетки. Следующего, которого вы пришлете, я не знаю, что с ним произойдет. Пусть следующий хорошенько подумает, прежде чем пойти на преступление. Ведь непонятно, как сложатся обстоятельства. Ведь во время самозащиты можно и убить человека. Такое тоже бывает. Так что следующий приехавший может и не сесть в тюрьму, а может отправиться. Так что подумайте об этом. И сообщает о том, что на меня поступил очень крупный заказ, который выделил крупную сумму денег. Этот заказ уже приняли какие-то ингуши, обязались меня убить. И они вышли на этого человека с просьбой о содействии, с предложением. И он предлагает мне кинуть их всех, обмануть их, сняв постановочное видео моего убийства. И, честно говоря, я как-то скептически отнесся к этому предложению. Я не верил в успешность этой авантюры, потому что практически сразу было обговорено ими условие, что меня не могут отравить, меня должны именно расстрелять. Эквилл, можно ли убедить Иудова перерезать горло падишаху, а потом и самому себе, и умереть праведником? В глубине души они же знают, что ты прав. Или это все из-за денег? Слушай, в их души заглядывать я не пробовал, не умею я это делать. Я не знаю, что у них на их душонках жалких творится. Но я точно знаю, что
о своей сущности они хорошо осведомлены, они знают, кто они. Иначе не было бы смысла собирать этих людей, постоянно пытаться доказать общественности, что они не предатели, что они не предали, что это вот как так обстоятельства сложились, что это что-то другое. Это не то, что вы думаете, это другое, они объясняют нам. И постоянно нам показывают там Шао Турлаева, вот смотрите, вы же его уважали, вот ноги у него нет. Вот смотрите, мы такие же, вот. Вы думаете, зачем они это делают, если этот вопрос их не беспокоит? Не беспокоил бы вопрос, они бы просто игнорировали, не обращали бы на это внимания. Но нет, они обращают.